Первое, что мы должны здесь по этой части понять, если вы собираетесь чему-то выучиться, должен существовать человек, которого вы знаниями, которым в этой области вы восхищаетесь искренне и по-настоящему. Если этого не будет, то не будет и обучения. И вторая часть этого действия состоит в том, что должны быть другие люди, для которых вы потом будете предоставлять результаты своего труда и своего обучения. Значит, ну, им может быть тот же самый авторитетная фигура. Когда есть человек, который для вас авторитетен, вы что-то делаете, приносите ему, и ждете, что он скажет, хорошо или плохо, этого уже достаточно, да? И я представляю себе, как Молодинов писал какую-то статью, шел Фейману, и трясся, и думал, чем сейчас закончится. Значит, если нету респондентов вашего, результатов вашего обучения, вы учиться не будете. Должны быть люди, которые окажут вам социальное положительное подкрепление за то, что вы смогли это сделать благодаря своим знаниям, опытам и так далее. Если вы как бы не имеете потребителя ваших, как бы, результата вашего обучения, да, того, что вы можете сделать в результате вашего поведения, это тоже не сработает.